Practical Russian with Tam. И сегодня я прочитаю вам рассказ, который называется «Где ты был вчера?». Один молодой человек, которого звали Антон, очень поздно вставал каждое утро и поэтому всегда опаздывал на работу. Он решил пойти к врачу. Врач дал Антону лекарство, которое должно было помочь ему вставать вовремя. Молодой человек вечером принял лекарство и лег спать. Утром, когда Антон встал и посмотрел на часы, он понял, что проснулся вовремя. Он оделся и пошел на работу. На работе Антон сказал товарищам, что принял очень хорошее лекарство и поэтому сегодня не опоздал на работу. «Поздравляем!» – сказали товарищи. «Но где ты был вчера?»